in the proper space before we begin in order to make the most of the practice and to direct our energy in the proper direction. Set our mind in the proper space before we begin in order to make the most of the practice and to direct our energy in the proper direction. And so this is why we do these prayers at the beginning. Перед тем, как начать какие-либо медитации или другие практики, мы должны установить свой ум в правильном направлении, направить нашу энергию в верном направлении. И для этого служат эти молитвы. So we can do once in Tibetan and then twice in Russian. Or what do you do? Мы прочтем эти молитвы два раза по-русски и один раз по-тибетски. Страница 2. Краткая молитва прибежища. Высочайших драгоценностях Будды, Дхармы и Санхи я вплоть до просветления нахожу свое прибежище. Пусть благодаря заслуге моей практики щедрости и других парамид я достигну пробуждения ради блага всех скитающихся существ. В высочайших драгоценностях Будды, Дхармы и Санхи я вплоть до просветления нахожу свое прибежище. Пусть благодаря заслуге моей практики щедрости и других парамид я достигну пробуждения ради блага всех скитающихся существ. La benje sanje drubasho. Пусть все существа моей матери, безграничные числом как небо, будут счастливы, обладают причинами счастья. Пусть они будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть они будут неразлучны со счастьем, в котором нет страданий. Пусть пребывают в равностности, свободны от привязанности и неприязни и деления на близких и далеких. Пусть все существа моей матери, безграничные числом как небо, будут счастливы и обладают причинами счастья. Пусть они будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть они будут неразлучны со счастьем, в котором нет страданий. Пусть пребывают в равностности, свободны от привязанности и неприязни и деления на близких и далеких. Манам гаданьям бесен джендам чед девадан деве джудан демба джуджи дуньял дан дуньял джи джудан рава джуджи дуньял ме бе дева Chandani Dandra Vedan Yonla Nyemba Jyoji. So just for a moment before we begin the teachings, we can do a very short meditation. And so you can just bring your awareness to your body. И перед началом учения мы сделаем краткую медитацию. Просто обратите свое внимание на тело. And if it helps for you, you can keep your eyes closed. Если это поможет, вы можете сидеть с закрытыми глазами. Or very slightly open, looking downward. Или можете сидеть с открытыми, смотря
вниз. And if you're sitting in a chair, you can just become aware of your body. Осознавайте свое тело. Feel the weight of your body on the floor. Почувствуйте вес своего тела на полу. Feel any tension that you have in your spine, your shoulders. Почувствуйте любое напряжение, которое у вас есть в спине, между плеч. Become aware of the movement of your breath. Осознавайте движение вашего дыхания. Become aware of yourself sitting in this room and aware of the people around you. Осознавайте себя сидящим в этом зале и людей вокруг вас. Become aware of the various sounds around you. Осознавайте различные звуки вокруг вас. Again, become aware of your breath, taking several deep breaths, relaxing any tension. И вновь осознавайте
So, do you think that you were meditating? Ну, как вы думаете, вы сейчас медитировали? Нам нужно понять, что это медитировать. And so, I hope by the end of this evening you will know if you were meditating or not. Я надеюсь, к концу этого вечера вы будете знать, медитируете вы или нет. So what do you think is the purpose of meditation? Как вы думаете, какая задача у медитации? Для чего это? To stop the flow of thoughts, to liberate the continuous awareness in the moment, to be in the present moment. Mm-hmm. To find the nature of mind, to be as Dharmakaya. Good. If we know what that means. Хорошо, особенно если мы знаем, что это значит. Good, yeah. In theory. Sorry? I say in theory. In theory, yeah. So, yes, I mean, all of those answers are correct. Да, все эти ответы верные. In general, we can say that meditation is a method that frees us from suffering. В основном мы говорим, что from suffering. В основном мы говорим, что медитация — это метод, который освобождает нас от страдания. So all meditation should lead us to freedom from suffering. And so even, you know, if we are practicing meditation and we are not being liberated from suffering, then even if we are sitting perfectly and, you know, we look as though we are meditating, we cannot really call it meditation if it doesn't lead to freedom from suffering. Это даже если мы сидим красиво и выглядим как настоящие практикующие, но это не ведет нас к освобождению, то это не практика медитации. And so we have to understand what it means to suffer, what is suffering. Нам нужно понять, что же значит, что это страдание. And so, what do you think is the source of suffering? Как вы думаете, что является источником страдания? Неблагая карма. Bad karma, ignorance. Сам наш двойственный ум является причиной страдания.
dual mind is the clinging. Our activities are based on the idea that suffering or happiness come from something external. И если мы начнем исследовать счастье, то нам может показаться, что мы счастливы, когда мы получаем что-то внешнее, например, партнера, хорошую работу, вкусную еду и так далее, и так далее. Тогда мы действительно становимся счастливы. And this on the same level, then when we suffer, it's because something bad has happened to us. We've lost something that we like, or something we don't like has come to us. И вся наша культура основывается на том, что и счастье, и страдания приносят внешние вещи. Счастье те, которые мы хотим получить, и страдания те, от которых мы хотим избавиться. But of course, who makes the wars? These people.